Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, у нас близится 27 сентября, а 27 сентября достаточно сильный день. Почему? Потому что у нас воздвижение креста Господня. И, пожалуйста, в этот день обязательно прочитайте молитву, которую мы озвучим далее, и обязательно ее нужно прочитать 3 раза в этот день, 27 сентября, в любое время суток. После того, как вы прочитали молитву 3 раза, попросите любой помощи. Вы можете попросить помощи как за себя, можете попросить за близкого человека, и вам помощь придет. Ну а теперь, друзья, слова молитвы на воздвижение креста Господня. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, из веселий глаголющих радуйся, причестный и животворящий кресте Господен, прогоняй беса силою на тебе препятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай ми со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Друзья, вот это слова молитвы, которые вам нужно обязательно 27 сентября прочитать 3 раза, а потом вы просите помощи. Напоминаем, слова молитвы будут в описании к этому видео. Друзья, поздравляем вас с этим праздником. У нас на канале еще будет целая серия роликов, посвящена воздвижению креста Господня. Обязательно посмотрите их. Ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. И мы с вами уже услышимся в следующем видео.